Вот Джили, которая взорвалась. Вот куда пролетела сам снаряд, куда пролетел. Ну а остальное это все возгорание. Ручки разлетелись и крепления для этих самых, для полочек. Полочки, которые у нас находятся в цеху, прилетели к нам. Слава Богу, пожарники успели до того, чтобы не дошло до пенопласта и до баллонов с газом, которые...